Сколько вы там находились на стоянке? Полчаса, наверное. А, то есть вы не знали, что платно, да? Нет. Я приехал, билеты купил. Хочешь бесплатно уложить 15 минут, иначе готовь 500 рублей. Такая система должна была действовать с самого открытия терминала. Это общепринятая практика для российских аэропортов, таких как Домодедово, Пулково, Кольцово. Но варенгойским же водителям дали время привыкнуть. Тестовый период длился 3 месяца. Стоять в зоне посадки-высадки пассажиров можно было бесплатно полчаса. С 1 апреля время ограничили. Сейчас вот провожал маму. Собственно говоря, у нее сумки, нужно помочь донести, и как бы вот приходится бегом все это делать. В общем, неудобно. 15 минут мало, действительно. В социальных сетях даже появились жалобы на очереди, из-за которых люди не успевали выехать вовремя. Только что оттуда еду злая. За то, что я простояла в пробке, отдала 500 рублей. Заехала, выехала сразу. 500 рублей как с куста. Но немало и тех, кто считает иначе. В Шереметьево почему-то за 15 минут укладываются все, а у нас какой-то затуп происходит и пробки. Выясняются обстоятельства данного события, поскольку это повлекло скопление машин и взимание дополнительной платы с граждан. Проводятся надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. По словам сотрудников аэропорта, такие ситуации возникли исключительно из-за водителей, которые не соглашались платить и загораживали своими машинами выезд. Можно сказать, нарочно создавали такие условия. Все те машины, которые задержались по вине таких водителей, мы пропустили их, не взимая платы с них. Между тем, цифры статистики говорят сами за себя. Всего с начала работы терминала парковками воспользовались 115 тысяч автомобилистов. Большинству водителей, а это 82%, 15 минут хватило. Только постоянно заезжаю, выезжаю. Не успеваю понять, есть проблема или нет. Не знаю, я здесь бываю. Мне и 5 минут хватает. Ну, наверное, так удобно, значит, так сделать. Здесь же этот бардак, все, заваруха был. И сделали, ну, чтобы людям нормально было выходить, заходить. Тем, кому нужно проводить близких с чемоданами или купить билеты, рекомендуют платную парковку. 1 час здесь стоит 200 рублей. В крупных аэропортах цены начинаются от 300. И промедление в зоне посадки-высадки там обходится дороже. Анна Мирошниченко, Роман Чернов, Наталья Колесникова. Время и мало. Новый Уренгой.